Добрый вечер, дамы и господа. Вам меня слышно хорошо? Да, да, да. Слышно, да? Замечательно. Вас приветствует коллектив «Маримба Плюс». Вы знаете, как мы не пытались, у нас совершенно не выходит сыграть хотя бы один концерт, похожий на другой. Это вообще не про нас, просто невозможно. И вот сегодня какими-то, не знаю, путями, волею судеб, совершенно случайно, с одного самолета, переходя в другой, одной ногой здесь практически, уже он там, с нами вместе удивительный музыкант, потрясающий, совершенно тончайший, великолепный виртуоз. С ним мы работали очень много лет, записали огромное количество пластинок «Маримба Плюс». Вы все пластинки можете послушать на нашем сайте marimbaplus.ru, записанный с этим великолепным музыкантом. Его творчество совершенно обширно и разнообразно, огромное количество составов выдающихся музыкантов, с которыми он работает. Я сейчас скажу, кто это за музыкант, но вы наверняка знаете таких исполнителей, как Алексей Чумаков. Там вы можете увидеть замечательного музыканта, который сейчас стоит на этой сцене. Итак, дамы и господа, прошу любить и жаловать, Тимур Некрасов, саксофон тенор. Мы не играли вместе много лет, сегодня мы встретились, открыли ноты, вспомнили былое. У меня даже прям какой-то дежавю, как будто мы вернулись назад на несколько лет. И в то же время это будущее «Маримба Плюс», потому что сегодня на сцене замечательные музыканты. Итак, дамы и господа, Илья Дворецкий, флейта. Сергей Нанкин, кларнет, бас-сектор, вокал. Тимур Некрасов, саксофон тенор. Виталий Филонов, флюгельгорн, труба. Отдельное внимание, дорогие друзья, может быть, вдруг широкими спинами заслоняют совершенно потрясающего музыканта Евгений Ярон, бас-гитара. И на барабанах великолепный Артем Фетисов. Мы будем сегодня исполнять композиции, видимо, и с прошлых лет, и современные, и совсем новые. Сейчас мы исполним вещь, которая с нами много лет. Написал ее пианист, который объездил огромное количество стран. Мы очень много вместе сотрудничали. Это Евгений Лебедев. И композиция называется «На золотых песках». «Маримба Плюс». Thank you.
Кстати говоря, сейчас звучание коллектива было именно таким, каким оно было много лет назад. Мы играли инструментальную музыку, очень похожую на то, что мы сейчас исполним. Итак, сейчас прозвучит композиция, которая называется «Афробит». Ей тоже много лет. Эта вещь пережила очень много переделок или ремейков, да, таким модным словом можно сказать. И я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену замечательную вокалистку Татьяна Шишкова. Thank you.
перфекциониста Льва Слепля. Спасибо. И нам очень приятно, что сейчас прозвучит совсем-совсем свежая композиция. Практически еще не игранная. Буквально один раз мы ее исполнили в концертном зале, который назывался «Театр жив». И все. И то это была совершенно другая версия. Итак, композиция, которая родилась в поезде на гастролях, потому что музыканты часто путешествуют, и каждый раз это отдельная страничка в жизни любого абсолютно исполнителя, артиста. Это передвижение из одной точки в другую, это разные люди, разные города, разные страны. И когда мы едем, мы всегда находимся в состоянии, не знаю, мне кажется, как некой открытой книги. Потому что мы очень много общаемся, это единственное место, когда можно сесть, спокойно поговорить друг с другом. И вот на гастролях вместе с испанской звездой Адрианом Санчесом мы ездили по разным городам, была очень удивительная картина. Мне пришлось как перкуссионисту играть вместе с замечательными музыкантами, с Татьяной Шишковой, с Адрианом Санчесом, танцор фламенко, с Глебом Окуневым, гитаристом, и слушать очень много фламенко. Был такой период в моей жизни, когда фламенко просто прям надо было, ну, достаточно активно в себя внедрить, и культуру, и ритмы, это достаточно сложно. И вот представьте себе такую картину: я еду, у меня в наушниках звучит фламенко, вот эти жаркие испанские ритмы, а за окном совершенно такая степь снежная, на километры. А ехали мы из Москвы куда? Это как город назывался? Сыктывкар. Сыктывкар. Вот. Да, достаточно далеко. И вот Адриан, он никак не мог понять, как может картина за окном не меняться в течение двух суток. Он не понимал, потому что вот эта степь снежная, бескрайняя, ни дома, ничего абсолютно. И вот мы едем день, едем второй, и как так? Вот и снег, и деревья, снег, и деревья. Как так? Он не понимает. И вот, собственно говоря, по мотивам вот от этого поезда, этого ощущения очень странного фламенко снежного, да, родилась такая композиция. Называется Night Train, ночной поезд. Thank you.
Yo,
голос Фламенко России Татьяна Шишкова. Следующая композиция называется «Иерусалим». И такой Иерусалим, как сегодня, будет абсолютно незабываем. Потому что с нами Тимур Некрасов! Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Друзья, как у вас настроение? Слышно всех? Хорошо? Ну, вы знаете, всех хорошо слышно не случайно. Дело в том, что за пультом всегда наш неизменный участник коллектива. И где мы только не были вместе, и что мы только не делали, и не видали, сейчас уже и не вспомнить. Никита Белых, звукорежиссер. Низкий поклон. Итак, следующая композиция. Мы уж так двинулись на восток. Давайте добьем. Объединим музыкой все страны мира. Eastern Market. Восточный базар. Вы готовы? Thank you.
Спасибо большое. Маленький вопрос. Впереди хорошо бы сейчас что-нибудь исполнить лирическое. У нас есть масса дуэтов. Ну, знаете, что-то вот прям разошлись. Мне кажется, нужно еще немножечко дожать. Вы согласны? Да? Хорошо. Лирика еще будет в нашей жизни, обязательно. Итак, композиция называется «Why». Причем мы переводим ее не как «почему», «why», а «зачем». Есть второй перевод этого слова. Вот такая удивительная, совершенно в другом стиле, в другом жанре композиция. «Why». Poor.
Thank you.
Друзья, и сегодня я обещал исполнить композицию. Если я обещал, обязательно слово держу, слово композитора. Итак, честная композиторская, исполняем композицию, которая называется New Heart. Новое сердце. Вы готовы? Hearts.
Наши альбомы, которые здесь вот аккуратненько, можно сказать, возлежат. Они ждут вас. Мы обязательно оставим свои автографы. И мы знаем, что каждый концерт транслируется в интернете. Большое всем спасибо, кто нас сегодня видел, смотрел, наблюдал за нашим творчеством. Итак, Малимба плюс. Всех вам благ, счастья, здоровья, удачи и любви. Никита Гуляев, добрый ждет. Спасибо.
все. Вы хотите еще? Еще! Вы уверены, да? Да! Хорошо. Метро ходит еще, все в порядке? Итак, вернемся к нашему альбому, который здесь, кстати, представлен. Называется Flight of the Wolf, полет над миром. И композиция называется «Маримба Чалан». Походка в стиле маримбы. Thank you.
вопрос. Всегда разные, всегда по-разному. Но всегда с вами. Спасибо вам большое. Хорошего вам настроения. Спасибо, что пришли в будний день. Этот замечательный клуб. Приходите здесь каждый день практически. Концерты лучших музыкантов нашей страны и нашей планеты. Спасибо вам, любви, здоровья и удачи. Марина Блюз.